Всем привет, с вами Кейн. И сегодня мы продолжаем играть в модификацию Fear. Проект Персей. И мы остались на том, что мы вернулись по ходу в офис Армахам. Опа. Готов. Так. Значит, мне надо сюда. Ага. Ой. Прости, чувак, но мне вот это больше всего нравится, винтовка. О, сообщение. Одно новое сообщение. Это Грег. Скотт Расмуссен не отвечает ни по рабочему, ни по сотовому. У вас вообще кто-нибудь есть? Сообщений больше нет. Я тут нашел план здания. Главный компьютер находится в центральном зале. Идите туда. Понял. Ну-ка. Одно новое сообщение. Скотт, это Уолт Грег. Наверху срочно требуют предоставить материалы по проекту Источник. Персея, Икара и синхронизация это тоже касается. Тут что-то назревает. Сообщений больше нет. Это уже не первое упоминание синхронизации. Она как-то связана с Персеем и Феталом. Угу. Ясно. Подтверждаю, цель в этом районе. Будьте начеку. Возможно. Цель наблюдаю. О! Отлично. Угу. И куда мне? А вот и я по тебе соскучился. Быстрее, они собираются уничтожить все данные. Сейчас, сейчас. Готовы. Сообщение вот в прошлой модификации там не было обнаружен никаких. Обнаружен отряд Дельта. Повторяю, обнаружен отряд Дельта. Ух ты. Это и есть отряд? Где ты там застрял, черт возьми? Ты обалдел, что ли, бы? Если бы не тот пулемет, мы бы погибли.
совсем как у меня дома. Чен, эти штуки должны заработать. Уже занимаюсь, капитан. Доложите обстановку. Это все, что осталось. Не знаю, кто эти парни, но драться они умеют. Появились непонятно откуда, положили почти всю мою группу. И вы трое думаете с ними справиться? Обычное дело. Кто-нибудь знает, что им тут нужно? Понятия не имею. Нам придется прочесать все здание. Если не возражаете, сперва я хотел бы вытащить своих. Как проходит эвакуация? Блэкхок уже в пути. Должно получиться. Черт! Только посмотрите. Скверно. Подождите, что это? Вы видите на главный монитор? Отдай мне коды шифрования и покончим с этим. Я не могу. Я просто не могу. Точнее, не хочешь, мистер Бристоль. Ты разрабатывал Персея для Харлана. И я точно знаю, что коды шифрования у тебя есть. Нет, я ни при чем, правда. У меня нет кодов. Код шифрования, мистер Бристоль. Код. Я недостаточно понятно выражаюсь, м? Все равно не понимаю, о чем вы говорите. С твоей помощью или без нее, но синхронизация достанется нам. Облегчи себе жизнь. Отдай коды. Синхронизация — это процесс, она не может достаться. Вы хотите повторить процесс? Тогда вам нужна она. Но ее вы не найдете. Надеюсь, что не найдете. Мы сами расшифруем данные. За нами наблюдают. Убейте всех в этом здании. Это был какой-то злобный ублюдок. Этих людей нужно вывести отсюда и как можно скорее. Сержант, прикрывайте нас, пока мы займемся ранеными. Ну что ты психуешь? Давай за пулемет. Я не психую. Так. Ищем. У вас очень много. Отряд, отходим. Компьютер должен быть недалеко от центра. Пошли. О, следующая глава. Мне понадобится доступ к их главному компьютеру. С него можно отследить весь трафик за последние несколько часов. Возможно, мы поймем, чего они хотят. Все данные немедленно передавайте мне. Второй отряд подтверждает, что целью проекта Персей было создание командиров-телепатов для управления клонами. Но, похоже, единственным таким командиром был Пакстон Феттл. Вот на что идут ваши налоги, джентльмены. Похоже, Феттл был создан в рамках проекта Источник. А через несколько лет проект закрыли. Видимо, что-то пошло не так. Угу. Это было сейчас очень странно. Мы влипли. Прикройте меня. На. Проблемы. Так. Я ведь правильно иду, да?
Нормуль. Следующий. О! Блин, нормальная винтовка, мне она прям нравится вообще. В здании ребенок без сопровождения взрослых. Девочка примерно 8 лет. О, в красном платье. А, Альма. О чем вы говорите? Она... Она только что была здесь. Лейтенант, не расслабляйтесь. Класс. Походу, сейчас здесь будет Альма. Да нет, сектор. Понял. Проверь. Да, да. Так, я так понял, что здесь был тупик. Значит, мне надо куда-то сюда. Бегом, бегом, бегом. Так, он умер. Так. О, нормуль. Дверь закрыта. Это были те же призраки. Нашли компьютер. Ты-то у кого спрашиваешь? У меня, что ли? Вижу цель. Так. Странно это все. Отлично. Дельту мы вывели. Чан и Райнс возвращаются назад. А, то бишь я здесь один хожу? Классно. Так, ну не сюда, походу. Что, здесь что-то надо сделать? Отлично. А. Начинаю прием данных.
Хорошо. Возвращайтесь в вестибюль и ждите эвакуации. Понял. Что за... Да. Подберись. Тьфу ты, блядь. Итак, они раздобыли данные, которые искали, но не успели замести следы. И мы можем передохнуть. Тем более, что данные зашифрованы. Все-таки я не совсем понимаю. Клоны — это продукты проекта Персей? Нет? Тогда почему мы тут разгребаем всю эту рухлядь, если действующий проект Персей находится в другом месте? О, а ты кто такой? Где ты? Да, ну и жить, конечно. Так, куда мне надо? Опять аномалия. Опа. Опять это? Угу. Ой, чёрт! Воу! Альма! Ой. Уф! Наверное, это больно. Ты издеваешься? Мне бы побеспокоиться. Наверное, это больно. Вот шаг, блядь. Как ваша голова? Он в порядке. Нихерово. Мы расшифровали данные. Это список адресов. Два как раз в вашем районе, третий в Оберне. У нас две цели. Отдел биологических разработок Армахема и их архивы. Я буду координировать наши действия с Дельтой. Чен, займитесь архивом. Сержант, на вас разработки. Оставайтесь на связи. Постарайся больше не вылетать из окон. Да пошел ты. Мы под обстрелом. Воу. Черт. Там здесь слишком опасно. Найдите другую площадку.
чтоб я сдох. Чувак, вот это ты сейчас зря сейчас это говоришь. Спускаемся. Доложите обстановку. А, я не вижу. У нас тут до черта клонов и солдат Армакин. Сцепились на площади, а мои люди попали в эту мясорубку. Мы собираемся навести там порядок. У вас есть задание. Вперед! Так, ладно, мне, наверное, сюда. Что у нас здесь? Чего такого, да? Вперед. Фу, ты, это свой. Кто здесь есть? Кого нет? Блин, я своего зацепил, что ли? О. Давай-ка пока мы тогда с этим побегаем. Следующий. Да сука, я чё, опять своего убил? Здравствуйте, генерал. Ну, сука. На. Отлично. Так, мне не сюда, значит. Угу. Так, а неплохо идем. Да умрите, блядь. Так, окей.
мои твари. Какой-то живучий-то. Отлично. Осталось этих китуков убить. Обалдеть, у меня уже сейчас... У меня вот эти все патроны кончились. Вот сраные твари, блядь. Ой. Так. О, а чё? А. Биологические разработки. Нормуль. Идём дальше. Ёлки-палки. Так, ну... Что-то тут прям такой большой коридор. Что за... О, черт. Это частное владение. Бросить оружие. Руки вверх. Какого черта? Что такое? Открывайте ворота! Твою мать. Плохо дело, плохо дело. Уходим, уходим, уходим. Быстрее, быстрее. Фух. Убежал. Так, побежим дальше. Вау, вау, вау. Херово дело. Валим. Быстрее, быстрее. Блять, он за мной бежит, походу. Бежим, бежим, бежим. Так. Мину подобрал. Хорошо. Быстрей, быстрей. Воу. Твою мать, сука, он прям ко мне прибежал. Сука, ты сраная, блядь. Валим, валим. Так. На всякий случай возьму-ка я их. Твою, блядь. Нам надо бы минусы срочно. Бросаем. Так. Так. Бегом, бегом. Где еще? Где оружие?
Ну что, давай. Сюда иди. Блять, вот это пиздец, конечно. Давай, взрывайся. Есть. Фу. Капец, конечно. Так, вот только... Мы загнали его в угол. Не упусти его. Понятно. Возьмем пока мисько вот это оружие. Да, это, конечно, жесть. Так, а птички тут у меня многовато. Что у нас здесь? Остаются мертвыми. Понятно. Опять начались глюки, походу, да? Одно новое сообщение. Это Дэвис. Какой-то тип из корпорации только что связался с ними и приказал уничтожить некий источник. Что вы на это скажете? Сообщений больше нет. Так... Где все у нас? Насчет второго объекта это точно? Так точно. Мы определили координаты. Немедленно посылайте туда отряд. Сенатор хочет, чтобы я лично забрал источник. Да, мистер Моррисон, я помню вашу просьбу. Не пытайся меня надуть. Убейте его, как только мы расшифруем код. Хм. Забавно. Одно новое сообщение. Что тут у нас? Брат на связи. Я вам честно скажу, с источником лучше не шутить. Я сам этим займусь. Сделаем вид, что вы ничего не знаете. Сообщений больше нет. Угу. Ладно, хоть что-то становится понятно. Просветите нас. Я в архиве корпорации. Раскопал тут кое-что по источнику. Кстати, тут есть еще один закрытый проект насчет подземного завода клонов. Местонахождение? На острове, в заливе. Загружайте координаты. Прежде чем идти на остров, нужно закончить здесь. Ставлю свою зарплату на то, что они пошли туда. Блин, я ему в голову попал. Так. Одного из противников опознали. Это Гэвин Моррисон. Я хочу, чтобы его взяли в плен. Живым. Мне не нужен второй Амарилло. Это была случайность. Так. На помощь!
отлично. Что-то какой-то спокойный. Так, это что за место вообще? Возьмем. Идет загрузка данных. Давай. Источник — это Пакстон Феттл. Судя по всему, клонов делали с него. Но если ДНК Феттла здесь, то что же тогда на острове? Мы его нашли. Берем. Опять ты что ли? Блять, вы мне не оставляете другого выбора. Следующий. Где ты? Вот ты где. Ты думаешь, я сейчас не приду? Приду. Так, надо сюда. Какой-то быстрый. Окружай. Воу. Вот зараза, а. Так, ладно. На сегодня на этом закончим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся на следующем видео. Пока.